Добрый день! Сегодня хочу показать вам домашний текстиль из Канады, сток. Это в основном он состоит из покрывал, посмотрите, который вот на американский манер. Я не знаю, тут, наверное, лучше показать, где цветное. То есть они все в упаковках, две подушки или четыре подушки и покрывало, которое можно использовать как одеяло, потому что у него синтепон есть и такой верх, который катоновый, да, и вот видите, он свисает на американский манер снизу. Давайте теперь подробно будем разбираться, в какие здесь комплекты. Да, вот, ну вот, кстати, я вижу, что здесь покрывало и две подушки, и вот такие две подушки, то есть на которых можно спать, на этих тоже можно спать, но они для украшения, то есть это наволочки. Итак, размер написан вот здесь, вот, сейчас я покажу, значит, что здесь с размером, здесь получается 223 на 240, это покрывало, и две подушки 60 на 80, и одна подушка 30 на 40, то есть две 60 на 80 и одна маленькая 30 на 40, все находится вот в такой сумке, с замком, но дело все в том, что не все сумки в идеальном состоянии. Вот видите, некоторые из них просто они от транспортировки в такое в холодное время года, они просто лопнули, вот эти сумочки. А у некоторых сломаны замки. Я буду подробно говорить, где что. Давайте теперь по составу. Что за состав? Так, 8 персон и... По составу я не вижу, где написано. Ну, посмотрю. Но вообще, скорее всего, это полиэстер, где-то и катон. Еще одно на 3 персоны, да, это получается у нас покрывало 104 на 92 и две подушки 25 на 60 на 100. Вот так получается, да? Три персоны. Три предмета, вернее. Так, сумка без... Вот эта сумочка без повреждений полностью. И цветовая гамма кофе с молоком и кофе. Вот такая. Такой же точно комплект, только холодная цветовая гамма. Серый, светло-серый. Три предмета. 104 на 92, это одеяло либо покрывало, и две наволочки 60 на 100. И вот тут вот еще написано 50 на 90. А что это за 50 на 90, я не знаю. У этой вот полностью сумка не повреждена, нет у нее здесь и замок целый, и повреждений нет. Ну, дополнительно скотчем еще заклеено. По составу интересно узнать, что это за состав. Ну, я думаю, что это полиэстер. Но на самом деле, вот по крайней мере, вот этот вот набор, он не очень тяжелый. Цена на этот домашний текстиль, она такая комфортная. Поэтому вот часть могут здесь купить в подарочных наборах, но часть я не знаю, как можно купить на подарки, потому что сумки вот эти, они повредились, если только с ними что-то сделать. Итак, одеяло, вот такое белое одеяло, на которое одевается пододеяльник, 90, подождите, 2,20 на 2,30 на 2,35. Вот, синтепон. Полиэстер снаружи и полиэстер внутри. Наволочка. Одна штука. Тоже сумка без повреждений. Набор. Здесь есть повреждения на сумке. Лопнули вот. Тут вот края, уголочки лопнули, видите, на низкой температуре. Цвет у нее синий и со светло-синим. Размеры. Здесь
так получается, три предмета. Одно покрывало и две подушки. Покрывало 220 на 230. И подушки 50 на 70. Этот комплект покрывала, он уже большой. Здесь 7 предметов покрывала. Две подушки, две больших подушки, один, знаете что, вот это вот, на кровать натягивается такая штука, чтобы красиво было. То есть, если у кого-то кровать без спинки, ножной, то можно натянуть вот эту штучку, чтобы она сочеталась с покрывалом и придавала такой уют и красоту. В общем, она здесь одна. Ну, у нее флизелиновый верх и по бокам вот цветовая вот такая вот подложка. И получается три подушки маленьких. То есть две подушки, три подушки, пять подушек, одна натяжка на кровать и одно покрывало, которое одеяло. Цвет приятный, серый, и на нем нашивной рисунок. Сумка. Слушайте, ну вот вроде бы без повреждений. Вот, кстати, вот эта вот нашивка на кровать одевается. Я сейчас ее могу достать и показать. То есть она прям здесь вот рядышком лежит. Я ее достану. Вот что имеется в виду. Поняли, да? То есть флизелиновый подклад на матрас. А вот это вот одевается на кровать, как будто бы это чехол. Вот, видите, чтобы было соответствие цветовой гаммы. Вдруг, если покрывало не закрывает всю кровать, ну, чтобы хотя бы было красиво. Ну, просто вот американцы, они любят такую штуку. Вот теперь как бы ее сложить-то правильно. На самом деле она почти невесомая. Сумка без повреждений, поэтому она легко может быть подарком. Ну, то есть ее кто-то может купить в качестве подарка. Одеяла все легкие, они легко стираются. Так, ладно, потом застегну. Так, дальше. Вот еще один комплект большой. Замок у сумки целый. Да. Также 7 предметов, покрывало 2 наволочки, 1 натяжка на кровать и 3 маленьких-маленьких подушечки, соответствующих дизайну. Здесь дизайн уже другой и цветовая гамма другая. А, размеры у покрывала. Так, сейчас посмотрю. Значит, размеры здесь, которое покрывало, оно 260 на 240. Подушки две больших, 50 на 90. Сумка повреждений, вот это конкретно сумка повреждений. Вот, смотрите, вот немножко дырка здесь. И, соответственно, при транспортировке в эту дырку могла попасть пыль. Но вот внешне как я ничего не вижу, но вот тем не менее сумка имеет здесь повреждения. Еще один большой комплект, точно так же 7 предметов, такой же размер, покрывало, подушки, накладка на матрас и еще подушка. Только вот я понимаю, что здесь подушки имеют другой дизайн, они здесь круглые, вот смотрите. То есть там были прямоугольные обычные, а здесь они получаются вот такой формы, те, которые, ну, маленькие. И такой формы здесь их, а другие вот обыкновенные. Замок в рабочем состоянии в сумке. Ну, вот так вот по ощущениям, ну, наверное, килограмма 3 он точно весит, этот набор. Килограмма 3. По размерам большой. Смотрите, получается, что покрывало 225 на 230. Ну, подушечки маленькие. Они,
эти подушки скорее декоративные, нежели... вот еще один комплект. Здесь 8 предметов написано. Это покрывало, это две наволочки, это простынь. 4 предмета и одна подушка. То есть, скорее всего, здесь еще кроме покрывала есть постельное белье. По составу это, ну, полиэстер. Давайте посмотрим размеры. Размеры. Одеяло 190 на 230. Наволочки. Одна декоративная подушка 30 на 40. Одна декоративная подушка. А, это простынь. Одна простынь 140 на 190. Одна. Вот вообще странно, не могу понять. И две подушки 50 на 70. Пододеяльник. Вот это была простынь. Пододеяльник 140 на 190. Простынь. Получается 140 на 190 также. С этими, да. Две наволочки. Одно покрывало. И одна декоративная подушка. И две наволочки, которые декоративные. Вот такой набор. Давайте посмотрим на сумку, да. Вот здесь вот есть трещина на сумке. То есть, если ее заклеить скотчем, мы ее обязательно заклеим, чтобы при дальнейшей транспортировке она не повредилась. Дальше. Одеяло. Вот сумка имеет, вот видите, она прямо порвалась вот из-за температур, потому что у нее типа пластика материал, замки-то все целые. Ручка у нее вот тоже вот такая вот, то есть это может быть, ну, как бы ее можно нести. А вообще в целом это одеяло. Это одеяло, вот, и, по-моему, две подушки, да, две подушки тоже есть. Одеяло и две подушки. И вот замок в рабочем состоянии на сумке, но вот тут вот, где сумка... Сумка немножко где порвалась, там есть такие пыльные пятнышки. Но он легкий. Дальше. Вот это вот, кстати, накладка на кровать, ну, декоративная. Может быть, она из какого-то набора отошла. Дальше здесь есть две наволочки. Надо, кстати, посмотреть, может быть, они выпали из набора. Здесь есть вот такая наволочка. Видно, что она не из набора. А простыни в коробках. Что здесь написано? Они могут защитить от влаги, от испарения, от каких-то домашних насекомых, наверное, в виде клопов, да? Они сохраняют температурный режим и не позволяют впитываться грязь в ваш матрас. То есть, другими словами, это на матрасник. Еще и плюс он является антиаллергенным. Кроме этого, он еще хорошо проветривает матрас, потому что пропускает воздух. Вот. И давайте посмотрим. Вот написано, да, 99%, что это противоаллергенная штука. Гарантия 10 лет. Размеры. Да, вот видите, то есть это защита для матрасов на резинке. От волос, домашних животных. Так, по размерам не могу найти. Тут инструкция, как его надеть. И я не вижу размер. Прям вот не вижу я размер, не вижу. Но, судя вот что, поэтому это на двухспальную кровать. А вот смотрите, вот эта штука, она такая же, да? Но она значительно, ну, как бы, вот это намного круче. Потому что, смотрите, у нее получается 6 средств защиты, да, вашего матраса, а у этой только 4. То есть она защищает от влаги,
Она защищает от насекомых, типа тараканов, клопов, не знаю, что там каким. И полностью проветривает. Эта штука тоже является на 99% противоаллергенной. То есть у вас не возникнет аллергии. Но, видите, средств защиты нет. То есть температуру она, получается, не выдержит. И от грязи, видимо, ваш матрас не защитит. Ну, это значит, надо почаще стирать. Но зато, смотрите. Ага, вот. Вот где размеры. Получается, что здесь есть на подушку чехол и на матрас чехол. И здесь тоже на подушку и на матрас. Противоаллергенная штука. Две коробки. Также здесь есть подушка из синтепона. И отель-стиль одеяло. С покрывалом, причем это катон, это, кстати, хорошая очень штука, у нее катоновый верх, 100% катон и внутри 100% полиэстер. Сумка вроде бы без повреждений, да, похоже, что сумка без повреждений, но ручки, вот маленькие трещины здесь вот есть. Отель стиль. Все, это был мешок, где-то примерно весом 44 килограмма. Информацию вы найдете под видео, сколько стоимость и сколько здесь комплектов. Спасибо.